Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы посвятим это видео одному из самых божественных дней. И этот день, который всем нам дарит удачу, достаток, благополучие. Друзья, это у нас 27 мая. Вы знаете, именно этот день, 27 мая, отмечен Господом Бога. И этот день невероятно благоприятен и удачен для каждого из нас. Почему именно это так? Смотрите, 27 мая – это у нас 16 и 17 лунные сутки. Полнолуние потихонечку уже покидает нас, и у нас убывающая луна. И мы потихонечку идем в сторону убывающей луны. Конечно же, мы еще продолжаем себя ощущать более бодрыми, собранными, целеустремленными. Но, друзья, божественный день, и именно 27 мая становится именно божественным из-за влияния знака зодиака Стрелец. И Стрельцы считаются не просто вот Стрелец, а считаются знаком именно как любимчиками фортуны, прирожденными везунчиками. И Стрельцы охотно, этот знак зодиака, охотно поделится с каждым человеком своей удачи, что позволит каждому преуспеть в любом начинании. И знак зодиака Стрелец всегда нас подталкивает к чему-то новому, к экспериментам, к новым действиям, к совершению новых проектов. Если вы раньше чего-то достаточно сильно боялись, переживали, думали, что у вас что-то может не получиться, знайте, именно 27 мая вы сможете добиться желаемого, и даже не просто добиться желаемого, но и даже прыгнуть выше головы. И сегодня именно 27 мая знак зодиака Стрелец, в котором находится Луна, притягивает деньги, изобилие и достаток в нашу жизнь. Поэтому сегодня, 27 мая, вы можете проводить финансовые операции и использовать крупные суммы денег. Как вариант, если у вас есть желание и вы уже все предусмотрели, все просчитали, то вы также можете в этот день инвестировать все ваши действия для того, чтобы приумножить финансы. И сегодняшний день, 27 мая, позитивно влияет на каждого из нас, позволяя при этом нам стать морально сильнее, и это происходит под влиянием знака зодиака Стрелец. Каждый из нас будет вести себя достаточно уравновешенно, спокойно, что помогает быстро ориентироваться в любой обстановке и принимать, что немаловажно, только верные решения. Многие из нас могут в этот день задуматься о своем состоянии здоровья. Если у вас есть такая возможность, то проверьте себя. Но в этот день не начинайте какие-либо кардинальные изменения, связанные именно с лечением. Также сегодняшний день, 27 мая, открывает нам шансы достигнуть успеха, и при этом возникает большое именно сегодня уникальное количество возможностей. Если раньше вы стучались в двери, и двери были закрыты, то теперь они раскрываются перед вами и помогают вам продвигаться к цели. И, друзья, мы хотим в этом видео поделиться с вами простой практикой. Эта практика для того, чтобы у вас в вашей жизни всегда водились денежки, приумножались ваши деньги. Итак, что мы делаем? 27 мая. Возьмите самый большой целый лист лаврового листа. Далее, этот лавровый лист потерите между ладонями обеих рук, и при этом прося лавровый лист помочь вам в любых финансовых делах. Потом вам нужно на это растение нанести немного любого эфирного масла для того, чтобы его запах слился с запахом лаврушки, и после этого
Необходимо этот лавровый лист положить в то место, где у вас хранятся денежки. При этом нужно сказать, друзья, следующие слова: деньги к деньгам, достаток к достатку. И этот лавровый лист будет притягивать потоки денежных средств и, что немаловажно, убережет вас от ненужных трат. И, как вариант, этот лавровый лист вы можете положить в кошелек для того, чтобы в вашей жизни водились денежки и всегда поток был открыт именно к деньгам. Друзья, вот такую практику вы можете провести именно сегодня, 27 мая, в такой вот уникальный прекраснейший день.